подписчики, мои друзья, гости канала. И сегодня я вот хочу вам показать, заснять нашу велопробежку. Оксана, это моя сестра, она уже готова. Я вот вам хочу показать свою красоту. Зелень у нас. Несколько дней шли дожди. Посмотрите, какое красивое небо. Вот тут поле засеянное. Там впереди посадочки. Вот такой прекрасный пейзажик. Так, это снова Оксана. Посадка. Лесов у нас нет, у нас искусственные лесопосадки, но все равно вот такая красотища. Мы двигаемся вперед. Вот дорога такая вперед идет. И я вам буду немножко показывать свои пейзажи. Вот такой вот ковер одуванчиковый. И туда уходящая бесконечность. Где-то на горизонте сходится небо. И наша посадка. Поле вот такое. Там вдали далеко-далеко стоит цветущий куст. Не знаю, какой-то плодовый. Может быть, яблоня. Красота. Вот выбрала вам такой кусочек показать поля. Вот вдалеке туда тоже посадочки, небо. Вот посадка идет. Там впереди у нас очень красивый пруд. Я обязательно вам сниму о нем репортаж. И вот какой красивый вид. Здесь тоже поле. Я, правда, не специалист в агрономии, не могу сказать, что тут посажено, но просто очень красиво. И вот это время еще хорошо тем, что очень-очень красивые зеленые краски, вот такие вот оттенки зеленого, одуванчики. Вот такая вот красота. Вот еще кусочек красоты. Посмотрите, вот там вот в поле желтенькие цветы, небо наше прекрасное, вот такая тут вот травка. И вот впереди необъятные российские рязанские дали. Смотрите, какой кусок неба. Да, как бы не был красивший раз, он не лучше рязанских раздолей. Такая красота. Я понимаю Есенина, если честно. Вот оно, желтое красивое поле, вот такое вот небо. Временами накатывают вот такие вот облака. Вот. Вот туда. Так, это моя сеструча. И вот здесь вот молодая-молодая посадочка. Тут очень-очень много грибов. Было много подберезовиков, подосиновиков, которые мы насобирали, заморозили, засушили, замариновали. А мы сейчас двигаемся вот туда. Там есть такая сосновая небольшая посадочка. И там мы немножечко фотосессию проведем. Хочу подойти к сосне и показать, какая она сейчас красивая. Дождик. Вот они, молодые шишки. Вот говорят, они самые лечебные. Вот тут еще старенькая висит. Вот такая вот красотища, если снимать снизу, с человеческого роста. Веточки. Очень красиво. Вот туда вот такая панорама. И вот я иду. Вам, как растут шишки. Вот они сейчас зеленые, вот такие вот, но потом они задеревенеют. Вот видите, как раскинулась вот эта сосна, какая она огромная. И вот сюда ветка лежит практически на полу. И вот там вот Ксюша моя наблюдает.
Вот, встань, ветки вон там красиво. Вот, видите? Тут очень хорошее место для фотосессии. Как-нибудь, когда мы будем к ней внешне готовы, мы обязательно сюда приедем. Вот такая вот красота. Вот сюда мы приезжаем, если нам надо накопать маленькие сосны. Тут в некоторых местах они прям по 3-4 растут. Так, конечно, не приветствуется, когда выкапывают сосны. Все-таки они очень долго растут. Но когда их много рядом, это тоже ни к чему. Вот так вот красиво. Вот такая вот красота. Вот мы обошли посадочку. И вот, посмотрите, какой радующий глаз зеленый пейзаж. Вот там вот речка. И посмотрите, какая зелень. Вот наши сосны, уходящие в небо. Вот такие вот облака красивые, образующиеся молодые шишки. Очень много насекомых. Ну и поле. Вот такой вот простор. Вот еще сосны, небо. Вот в такой красоте мы живем. Вот, мои дорогие подписчики, в такой красоте мы сегодня побывали. Вокруг у нас посадки. Лесов у нас, к сожалению, нет, но у нас очень много таких посадок. Мы со своей сестрой очень спортивные люди. Мы любим прогулки велосипедные, поэтому свои красоты периодически мы вам будем показывать. Зима в этом году была такая, к сожалению, что не особо похвастаешься. А вот сейчас есть что показать. Вот такая вот еловая красота. Вернее, сосновая, я вру, это сосна. Тут вот лазают вот такие большие муравьи. Не знаю, видно их, вот они все убегают, когда я подхожу. Вот огромные такие. Вот смола. Муравьишки. Нет, все попрятались. Было так много, решила снять. Трещит, я пугаю муравьев. Такая красота. Вот такая вот желтая река вдоль нашей дороги. Вот там впереди Ксюша едет. И вот наше раздолье. И мне очень нравится вот эта вот желтая речка. Вот такая сурепка цветущая, идущая вот туда вперед. Там Оксана у нас. Вот такая вот красота впереди. И мы потихоньку возвращаемся домой. Вот, уважаемые подписчики, едет моя любимая сестренка, Танюшка моя. Красивые живописные дороги, вокруг поля вот такие у нас и сурепки цветут. Сегодня, конечно, очень ветрено. Веселая моя женщина продолжает свое путешествие на велосипеде. У нас вот небольшой привал. Посмотрите, как здорово. Вот такое небо. Оксана, передавай всем привет. Вот такая вот дорожка. Не сиди долго, вставай, поехали. Правда. Вот сюда приезжаешь в поля, в посадке, и как-то даже все проблемы забываются. Как же здорово. Но надо возвращаться в реальный мир. Еще раз помаши. Вот такая прекрасная.
яблонька попалась нам по пути. Крупные розовые цветы. Запах стоит необыкновенный. Там даже пчелка вот в ней гуляет. Такая красота. И мои подписчики, закончилась наша велопрогулка. Мы уже находимся в своем поселочке. Вот такие прекрасные примулы. Пересаживайтесь на велосипед. Ведите здоровый образ жизни. Наслаждайтесь красотой вокруг нас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Берегите себя и своих близких. Удачи вам. Всем пока.